Мы уже знаем всех участников финала. Для вас самый такой конкурент сильный. Как вообще сложились ваши впечатления с другими участниками? Слушайте, ну это просто же какой-то кошмар, а не конкурс. Во-первых, я знаю всех этих людей, всех этих невероятных музыкантов. Я их обожаю, я их посещаю, их концерты. Я хожу на концерты Сансэя и плачу. Я хожу на хардкис, мотаю головой. Я хожу на концерт Bruno Shet Blonds и просто мимими. На Пурпур это вообще просто какая-то волшебница. Ну, то есть это ужасно. Вот в этот момент я ощущаю, насколько я ненавижу конкурсы. Я ненавижу конкурсы, знаете это. Я не знаю, почему я опять принимаю в них участие, но я их ненавижу. Только из-за того, что создается вот такая ситуация, когда ты вот так вот сталкиваешься со своими коллегами, и, в общем-то, дурацкое слово возникает, конкурент. Ах, я не знаю, что я буду делать 21 числа. Наверное, то же, что и всегда. Просто выйду и буду петь.